Самарские художники завершили работу над новым произведением уличного искусства. Теперь, глядя на фасад дома по улице Новосадовой, горожане всегда будут вспоминать о героическом труде врачей, которые продолжают бороться с коронавирусом в Самарской области. Стены домов на Новосадовой превратили в полотна для стрит-арт художников. На этот раз они нарисовали огромный мурал на девятиэтажном здании. В центре композиции врач. В ее заботливых руках сердце, символизирующее Самарскую область. Чуть ниже изобразили молекулы ДНК в цветах российского триколора. Горожане признаются, это произведение не оставляет равнодушным. Дом очень красивый, мы уже тот раз сказали, когда было первоначально. Спасибо вам большое, так продолжайте. В принципе, это правильно, может, будут немножко ценить врачей. Я сама 30 лет на скорой отработала. Здорово, конечно же, вовремя. И, как говорится, спасибо им, мы их действительно ценим. Работу выполнили художники Оксана Гладкова и Семен Маверский, которые увековечили подвиг пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, и победу сборной России над Испанией на чемпионате мира по футболу. Чтобы нарисовать мурал высотой с девятиэтажный дом, им потребовалось около 2 недель. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.